Здорово, Серег. Нет, я один. Нет, КБ. Да никого вообще прям. Рената можно позвать. Но у меня его в друзьях нет. Не знаю. Привет, пластилин. Здорово. Привет. Можно? Где-то такая параша. Давайте лучше в КБ пойдем. Да, это такая параша, это просто вообще. Хотя можем пойти. Вот так она реально говнище. Полнейший ужас. Просто вообще невозможно играть. Так лучше слышно? Да. Еще больше звезд или как? Приближается. Приведите себя в порядок. Мы скоро начнем. В смысле, я тебе лайк скрипнил, поставил? Не высветился. Спасибо. Да, я тебе лайк ставил. Приближается вражеский солдат. У меня твой стрим не высветился, у меня даже не было иконки, то что у тебя стрим идет. Это масоны. Разминка окончена, пора браться за дело. Пи-пи-пу-пу. А я лет 7. Это же КБ, да? Блин, гречку просыпал. Все окей. Королевская битва. Избегайте газа. Доберитесь до безопасной зоны. Зона выброски выбрана. Готовьтесь. Куда? Блин. Куда так у всех? Так у всех так, ни у кого не летит. А я выспался, он не летит. Выспался, он не летит. Еще драйва выпил. Выпил. Драйв. Тебя очень плохо слышит, чувак. Со вкусом яблока, прикинь, там два... Ой. Прям очень плохо. А, вот они где! Контакт! Сзади, 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 сзади. Нет, у него пистолет. Почему как гений стреляет?
нас читами играет, походу. Так, один бомжечь, нас. Противник высаживается в районе. Я нюхаю, разрешаю бэ, атаковать все цели. Я у них на прицеле. Ой-ой-ой. Бэри пахнет, словно цветы. Они внизу все? Чок, это мы. А? Окей. Они могут быть рядом. Ты попал в ГУЛАГ. Сражайся за право вернуться на поле боя. Короче. Бля, у него хп мало. Хп мало, чувак. У меня быстрее ко мне. Скажи им пару. Они встали оба. Разбей рожу метко брошенным камнем. Ты чё? Пора испачкать руки. Готовься к бою, скоро твоя очередь. Слушай как следует. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. А так? Но если проиграешь, тебе твоя очередь. Да. Разберись с этой сволочью. Именно. Тебя тут здорово подбивали. Мы отправляем тебя закала... домой. Вот и живи. Если у твоей команды есть свободная наличность, они могут заплатить за твое возвращение. Ай! Изнасиловали. А где чувак? Понимаю. О, сейчас изи вин будет, ребята. Ага. Вас убили, да? Изи катка, ребята. Давайте КБ задрачивать. Чтобы научиться играть в него. Просто я не умею. Медстанция нашлась. Так, вижу. Если я захожу, к лесу присоединяюсь, лобя, он с грязи магом сидит. Понимаю. Это был тяжелый бой. Возвращайтесь на бо... Мощный. Что? Да никого, все, начинай. Опа, анальная карта. Ну что, не часто. Ой, это делает? Ребята, да. Кажется. Мне по ощущениям, я как будто все эти чертежи получил. У меня одни и те же чертежи выпадают.
Ничего не дадут. Тебе просто эти дадут. Оружки вот эти, которые ты получил. И все. Короче, ты ничего не получишь. Нет, так не работает. Сейчас хорошее время попрактиковаться. Скоро выдвигаемся. Противник высаживается в районе операции. У нас тут чувак рекрент. 10 уровня, у него материя открыта. Легенда. Aber er hat trotzdem gleich gesagt. Противник высаживается в районе операции. Пи-пи-пу-пу. Разминка окончена. Пора браться за дело. Реклама пройдет. Ты вебку сначала возьми. Вебку. Королевская битва. К вам приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Ну, в стадион лучше. Прическу. Иду. Чувак, один пип. Отмена. Противник. Сейчас нам пару раз в рот надают, и мы разогреемся, ребят. Это чувак делся. Красную дверь видите, говорите. Я его вижу. Следуйте по смешанным движениям. Если снайпа есть, говорите, я возьму. У меня есть. Ну и сам хочу пострелять. Ну, ты понял. Я никого не вижу, кстати. Все, на секунду. Здесь где-то дверь была. 100%. Это у тебя зад. Нормальный такой. Да. Хорошо. А я с ножичками бегаю. Опа! Вот это вот пукалка нормальная такая. Здесь чувак у нас где-то рядом бегает. Где? В вашу сторону, скорее всего, побежал. Враг запустил МБПЛА, мы на виду. Кого-то выкупил, походу. Над нами вражеский БПЛА. А, нет. Все, чувака нет. Пропала дура. Я не понимаю, кем вообще надо быть, чтобы тут брать тупо не.
Если бабки есть, давайте купим этот комплект. Опа, где-то здесь красная дверь рядом есть. Над нами вражеские БПЛА. Нет, еще. Она где-то есть. Я слышу звуки. Давайте комплект купим. Скиньте бабки. Я макароны слушаю, Осторожно, газ приближается. Кушаю, Давай, я сейчас тебе деньги отдам. Все свои гроши последние. А что ты делаешь-то? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Над нами вражеский БПЛА. Кто? Наша команда в безопасной зоне. Над нами вражеский БПЛА. Опа, пипитанис. Где этот? Слышу ящик, не знаю, где он. Вот он, в канаве. Заряды заложены. Надо кому-нибудь. Над нами вражеский БПЛА. Кацанул. А, избили! Откуда? Над нами вражеский БПЛА. КЗ там. Бросай его оглушающим. Туда откуда? Я сюда. С той стороны. Я у тебя. Я под обстрелом. Атакую с этой точки. Отлично. Так. Ай! Нормально. Профессионал, походу. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, на этом твоя битва и закончится. Твоя очередь, солдат. Разберись с этой сволочью. Там все борешься, я вижу. Давай, чпукай его. Он к тебе бежит. Тебя тут здорово потрепали. Мы отправляем тебя домой. Хорош. Команда может заплатить, чтобы вернуть тебя в игру. Попустил бомжа. Реально хорош. Ты смотри, куда его, типа, оружие смотрит, и туда беги. Ги-ги-ги-ги-ги! Просто ги, бутылка. Ну, берите, пожалуйста, метки. На М нажми. Лотос, если ты тоже можешь, убери, пожалуйста. Ух, убежал. На, живу. Станция нашлась. Со всех сторон. Замкнул БР. Сравняем счет. Стрина, ты нюхаешь, бэбру? Не, я здесь. Mm.
Бедра пахнет, словно цветы. Только этого запаха не почуешь ты. Блин, у меня сборочки нормально нету. Сейчас хорошее время попрактиковаться. Скоро выдвигаемся. Бебр. Вон там. Я пошел. О май гад. Хватит тренироваться, пора в настоящий бой. Иду. Yes. Королевская битва. К вашей позиции приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Кто-то за вертом, кто-то за этим. Кто успеет за вертом? Быстро. Окей, я за вертом. Я тоже. Почему вы не сбросите туда? Я случайно. Отмена. Не скрипнул. Пи-пи-пу-пу. А у меня в голове пусто. Ладно, ребята, за дело. Так, вы где? Часики тикают, займитесь целью. Противник высаживается в районе операции. Я поеду с тобой. Садись. Иду туда. Давай быстрее, нас контроль ждет. Поеду здесь. Будем еще контракты выполнять, короче. Опа, опа, опа. Гонка до станции покупки. 1000 рублей. Берите саморез. Контракт выполнен. Хорошая работа. Козла там, конечно. Ты чувак. Строго живи. Пошла граната. Стреляют. Убили.
У меня. За машиной. Это ГУЛАГ. Выживи, чтобы вернуться на фронт. Ай, ну ничего не вижу. Готовься к бою, скоро твоя очередь. Убил? Ну ты писька, реально. Слушай как следует. Если ты победишь здесь, то вернешься на поле боя. Но если проиграешь, тебе хоть... Разберись с противником или захвати цель. Тебя тут здорово потрепали. Мы отправляем тебя домой. Еще не все пропало. Твоя команда может заплатить за твое освобождение. Чувак достал. Понимаю. Ты все попустил, реально. Ну я хотел, конечно, сделать красивое добивание, но я дуралей. 10 рублей, воу. Это что, не фейк? Не могу поверить в этот бред. Ничего себе. Короче, я на заправку приеду, заправлюсь дизелем. Всех щепокать буду. Ну что? Так же? Так это рандомич, по-моему. О, рандомная тебя. Часики тикают. О, 300 рублей. Блин, круто. 40 FPS. Гей. Да и нюхай бэбру, ну и что? На стороне таких полно. У тебя меньше минуты осталось, чтобы добежать. Кросс. Так медленно бежит. Шило в жопе. Капец, гонщик. Богачель почем. Где там корона рядом? Три чувака здесь. Отмечаю цель. Противник. Здесь три чувака. Ай!
Ай, надавали мне реально. Вы стали специалистом. Сейчас подойду сбоку. Попробую. Хотя бы. Вот они там. Чпокнули, просто изнасиловали. Сколько их там, трое? Выбрали. Повалил одного. М? Ха! Вот они где! Ты еще один? Ну такое говно, я не могу, тут не вообще никого не могу. Откуда мне два убийства? А. Мне так бесит королевская битва, мне чпокается кто угодно. А убить никого не могу. Да-да. Сейчас я буду сидеть здесь. Просто сижу. Пи-пи-пу-пу. О, профессионал. Шо, мне мало FPS. Ща, они увидят друг друга. Ага, пошел в жопу. Попец, копчик какой-то. Медстанция нашлась. Перезаряжай. Медстанция нашлась. Нюхай бобру. Понимаю, мне не жить. Валет меня. Угроза. Это был тяжелый бой. Возвращайтесь на базу с докладом. Как нам сейчас сыграть? Вообще не понимаю. А куда ты вышел? Опа, а вот я. Не ждали? Что такое проверка железа? Может, вы с железом, может, туда пойдем? Это прошу все еще. Ну ладно. Не, можем пойти, конечно. Еще сложнее. Кто рыгает?
Пиздец. Козим. Может, добычу пойдем? Да, иду в КБ играть. Такая параш. И у. Какой? Чё за подделка? Лота 43. Алло. Ты чё? А я помню, я, короче, заходил тебе на стрим. С ним же играл. Ты с ним играл, я помню. Это в друзьях у нас, что ли? Попадали же с ним. Чё за подделка? Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Ну, реально кринж какой-то, кринж. Приближается вражеский солдат. Ну, что за подделка? Блин. Аинчик. Уэээл! Ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги-ги. Иду. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Хватит тренироваться. Пора в настоящий бой. А за что судью дрови? А я знаю, как там. Как там? Наказание смерти? Ну, считаю логично, да, типа? Никто вообще не будет ничего нарушать. Если смертная казнь будет. Ну, что за кринж? Ладно бы... Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Ладно, он был Лотус, типа, с этого, с английского. Он тоже этот. Russian Man. Почему бы не сброситься-то? Он такой... Почему бы не сброситься-то? И он такой... Идите нахуй. Почему бы не сброситься-то? Отмена. Ладно, не смешно, ребята. Да не прикольно, вообще обидно. Не прикольно. Глэя, да? Я у них на прицеле. А во что мы играем? Добычу. А я промахнулся. Да, мне тоже. Я у них на прицеле. 60 кадров, как говно играется. Попустил бомжа. Хорош, мэн.
Лотос. Да нет, я жалкая пародия, это оригинал. Нет, нормально. Ты, ну, если в голову залезла, нормально будет. Нет. Прям вообще нет. Капец, если бы Крафтик сейчас сыграл, так еще не раскачал. Оставить тебя в живых. Впереди еще много. Чё-то здесь скучное валютина. Да там никого нет. А мне оружку нужно качать. Вон там. Я пошел. Посмотрим сейчас. Так чё, ты ему тут пистолет вообще? Приближается вражеский солдат. Я вообще с твоей почему. Даун! Клей, я лечу к тебе. Ай! Пусти сюда. Ну ты сдох, ай, по жопе дали. Не надо, все, извините, был. Ну ты гномик, ты такой чел реально. За что пиздец? Почему? Так добавь баннер, по SSD. Бомжи баннер, бомжи SSD. Транспорт ждёт, отметьте посадочную зону. Что? Ну баннер, чтобы тебе задонатили на SSD. Над нами наш ППЛА, начинает разведку. Сколько там собрали уже? Достало. Я не тебе, Серёг. Приближается вражеский солдат. Я машу, что-то пластилин. Приближается вражеский солдат. Нет, я его убил. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Дальше. Ни слова маме. Почему именно ты выбрал такой интересный никнейм? Пластилин. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Отряд глины. Ладно, извини. Еще раз что-нибудь про пластилин он выйдет. Смотрел фильм «Драйв»? С Райаном Гослингом. Что он делал? Приближается вражеский солдат. Поднял кислый сильно летел. Ладно, я не буду. Чё там? Сзади, понял. А чё там? Операции высаживается противник. Следите за небом. Что ты делаешь? Сергей. А что он делал-то? Впереди еще много работы. Нациков херачу. Или человечков персонажа.
А, не бей, не бей, пожалуйста, за что? Сзади. Привет. Хорошо, сидим. Я тебя защищу, не защищу. Гомо-сапиенс. Противник высаживается в районе операции. Кто-нибудь, точка отмечена. Я гей. Наша турель часовой. Я не подведу. Опа, дабстеп. Приближается вражеский солдат. Мяу. Мяу. Да вы заебали мне, дауны. С днём кота, ребята. Тебе того же. Противник высаживается в районе операции. Внимание! Наказал Пепа, покажи меня! Убейте его и захватите наличные. Ну все, опять изнасиловали. Иду туда. Основное задание выполнено. Разведданные найдены. Противник высаживается в районе операции. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Да дайте приземлиться, дауны! Я третий раз не могу приземлиться, дайте приземлиться. Сволочи. Все, не хочу играть, меня закивербулили. Ты как тут живешь-то? Противник высаживается в районе операции. Ну как там с деньгами? Здравствуйте. Это что, хладнокровный? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Чё, все хладнокровные? Приближается вражеский солдат. Забирайте все деньги, которые вообще найдёте. Вообще не летит. Дверь закрой. Противник высаживается в районе операции. Не май месяц. Противник высаживается в районе операции.
иду туда. Приближается вражеский солдат. Веду разведку. Ой, это свой. ППЛА. Вражеский ППЛА. Ля ты, бебра, нюхай крысу. Дефолт. Так он просто... Сейчас поохотимся. С ним мамы, ребята. Приближается вражеский солдат. Внимание, у БПЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Время истекло, задача не выполнена. Приближается вражеский солдат. Ну, в Бургер Кинге, ребята. Нет? Да? Да-да-да. Не знаю. Сейчас поохотимся. Не стреляет. Высаживается в районе операции. Я под обстрелом! На дилдо он 100%. Ес, 2 килла. Let's go. Да, последний. Могу сборку дать. Короче, я тогда запускай. Да. Не, я пошел к ключевым, и все, давайте, пока. Крышу мыть. Эй. Есть еще место? Здорово. У кого?
у последнего ствола. А, ну... Зато у него скорость пули намного больше. Парочку. Тебе же не важно этот... Без разницы. Ты мне скажи, вы в добыче бегаете за кем-то или... Нет, я ружку качаю. Мне ружку удобнее качать здесь. Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Приближается вражеский солдат. Нахуй ты такой метки, блядь, Донком. Я себе, блядь. Игры закончились. Отправляемся в Warzone. Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Полетим. Отслеживает ваши координаты. Я под огнем противника. В смысле? Я не знаю. Почему так? Толки. Давай скинем бабки. Откуда? Лайт, бабки скинь. Бабки скинуть? А, окей. Ладно, я за руль. Противник высаживается в районе операции. Я за руль.
Ну что, я готов. С двух сторон, понимаю. Стой, ты куда-то ползёшь, блядь. Боря, откуда у них авиаудары? Точки эвакуации отмечены. Транспорт ждет. Жри, свинец! Первое место. Как-никак. Вижу снайпера. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Ха! Вот они где! Контакт! Все мертвы, да? Наимощнейший. Возвращаюсь в бой. Да, стреляет откуда-то. Впереди еще. Я видел этого снайпера. Блядь, как он попадает? Ёбаный снайпер. Союзник объявлен целью номер один. Держите его под защитой. Он меня убил, понимаю. Противник! Берите патроны. Сейчас поохотимся. Заскочу-ка я туда. Блять, сзади, пацаны, сзади. Я под обстрелом! Не, блядь, по мне ведут огонь! Транспорт прибыл. На площадку. Живо! Может быть, играл. Сзади кто-то еще стрелял, ребят. Да-да-да, я где-то хожу, бегаю. Там людей много было. Разберитесь с этой посылкой. Внимание! Приближается вражеский боевой вертолет. Бейте его и заберите наличные. Меня. Разберитесь с этой посылкой. Не знаю, куда идти, но она у меня. Цель контракта. Ага, сейчас.
Тачку найду. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Нормально. Ха! Вот они где. Контакт. Заел. Ползёшь? Бля, пацаны, справа. Вот туда зашел. Да, ползи сюда. Бабки заберите мои. Не понял. Внимание, союзник выполняет авиаудар. Бля, откуда вам? Сзади машины хуело. Где именно? Наблюдаем цель. В районе операции высаживается противник. Следи за небом. Навелась на цель. Там еще не собрали 950 тысяч. Блять, сзади. Сейчас поохотимся. Кого? Блять, куда стрелять? Полям, отлично. Попью. Шакал к бою готов. Еще один где-то. Бук где-то стреляет. Бля. Противник движется. Сейчас выебу. Откуда? Вижу. Видел его? Там вот. Как они через сетку минут? Тип, сюда ты переключился. Пойди сюда. Прицельно бьёт, сволочь. Да, убил. Второй комп прыгал. Рядом.
Шакал к бою готов. Блядский, бро. Здесь тип. Кто-то? Блять. У меня на меня, на меня. Не поднимай, не поднимай. Подкиньте. А чё, меня так далеко высадило? Ну ладно. Ну, за работу. Вижу движение. У них на прицеле. Ну, я не знаю. Приведите себя в порядок, мы скоро начнем. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Я здесь под обстрелом! У него отдачи нету. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Жить будешь. Да нет. Не должно быть так. Ладно, хватит дурачиться. Теперь работаем по-настоящему. Какое снаряжение?
Добыча. Задача проста. Добыть больше денег, чем противник. Боец, отметь точку высадки для команды. Давайте после этого одну КБшку и, блядь, подлам. Папки. Одну КБшку после этого. Блядь. В районе операции высаживается противник. Тут дохуя людей. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Над нами вражеский ППЛА. Вертолет. Заряды заложены. Приближается вражеский солдат. Это моя добыча. Внизу тип приземлился. Термит пошел. Где? Враг начал кластерную бомбардировку. Укрытие. Я у них на прицеле. Ну что, я готов. Работает наша турель часовой. Кидаю гранату. Ну, на работу. Меня взяли в прицел. Враг начал кластерную бомбардировку в укрытие. Противник высаживается в районе операции. Ненавижу интернет. Над нами вражеский ППЛА. Противник высаживается в районе операции. Я ранен, ранен! Кто меня заколотил? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. По мне ты ранен, буду жить. Угроза устранена. Контакт. Я ранен, ранен. У вас. Ого, блядь, мне пиздец. Бабки мои собери. Чужой! По мне ведут огонь! Заряды заложены. Вражеский боевой вертолет с деньгами. Сбейте его! Ой, привет. Здесь противник. Принято. Вертолет для внесения денег уже вылетел. Есть контакт! Они стреляют по мне!
Шакал к бою готов. Груз в безопасности. Транспорт покидает район оператора. Груз успешно прибыл на базу. Наблюдаю противника. Сука. Мне бабки сдают. Дал нахуй. Транспорт прибыл. На площадку. Живо! Смерть меня не устраивает. Цель уничтожена. Подтверждаю контакт. Отмечаю посылку. Сейчас поохотимся. Противник высаживается в районе операции. Я под огнем противника. Под обстрелом. Закладываю взрывчатку. РПГ. Надо кому? Закладываю взрывчатку. Ух, дэмидж. Противник высаживается в районе операции. Да ну нахер, блядь. Вижу движение. Скажи, блядь, жестко. Ну вылезь, посмотри. Порядок. Дал ног. Thank you.
Ты откуда, блядь? Пункт маршрута отмечен. Вперед! Откуда? Внимание, на вас охотится команда противника. Найди Второй, и захвати блядь. Деньги. Много работы. Патруль противника. Пилота. А я иду пассажиром. Ой, ебать! Приближается вражеский солдат. Я у них на прицеле. Авиаудар противника в укрытие. Впереди еще много работы. Атакуйте транспорт противника. Интернет. Заряды заложены. По мне бегут огонь. Давай ко мне. Стой, у нас, чувак. Вас, друг. Я себе, блядь, жесткий парень, ну. Приближается вражеский солдат. Бросаю окружающий. Термит пошел. Я дробаш. Блядь. По мне ведут огонь. Да. Сейчас поохотимся. О, нормально, бабки. Бабки берем, бабки. Отмечаю пункт назначения. Контракт на ликвидацию. Бля. Берем. Бай, там толпа. Ваша задача уничтожить цель на ликвидацию. Противник высаживается в районе операции. Да ну нахуй, блядь. У нас чуваки. КБ? Да не летит у меня. Цель уничтожена. Хорошая работа.
Да, последний самый. И урона больше, и точности больше. Еще ты этот от бедра стреляешь хорошо. Нет. Короче, я поставил ГРУ-глушитель, последний ствол, последний лазер, рукоять, борец и магазин на 85 патронов. Увлажняющие патроны? ВДВ. Быстро съемный на 85. Да, последний самый. Нет, искал последний на 85. ВДВшный, быстросъемный. И рукоять борец. Ты поставил? А, у вас 5-4, понятно. Здорово. Я понял, Одну-две и все. Я понял. Это Клей, тебя, кстати, на стриме не слышно. Эй. Эй, блин, мать твою. Ну, ты шел, передернуть. Смотрите, что у него на стриме ничего не сайта, его не слышно на стриме. Вообще, в принципе. Окей. Я сказали, что на стриме. Тебя на стриме не слышно. Дергиваешь это. А сейчас, блядь, вот охуенно вообще, блядь. А с херена ли у меня, блядь, в ОБС, блядь, слетел эта хуета? А сейчас слышно, посмотрите. Парень заходил. Кто сказал? Ой, то, что последний год.
Алис? Да. Я чуть не слышал даже. Так, ну надо быстренько вчерашний посмотреть, блядь. А то может вчера тоже, блядь, весь стрим просто так, нахуй. Разомнитесь как следует. Скоро начинаем. Приближается вражеский солдат. Заебись, у меня и вчерашний стрим у меня весь без звука. Хватит дурачиться. Теперь работаем по-настоящему. Королевская битва. Боец, отметь точку высадки для команды. К вам приближается газ. Следуйте в безопасную зону. Вон там неплохой. Блять, надо еще ЭБС вводить на второй монитор. Как-то нахер. Двое. Здесь три команды. Цель на ликвидацию подтверждена. Разберитесь с ней. Ваша главная задача – убить их всех. Сообщение принято. Враг запустил МБПЛА. Цель уничтожена. Сообщение. Хорошая работа. Сообщение принято. Бабками. Бабки есть, идем. Сообщение принято. Отмечаю старт. Сейчас, подождите.
Вернемся. Пошлите. Вепочку купим и все. Надо забрать. Бля, меня просканировали, сука. Отмечаю станцию покупок. Надо забрать. Так, извините. Ну что, деньги валяются тут? Я скину. Зачем? Надо забрать. Как подняться? Как купить или нет? Где бабки? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Я бабку взял. Тут у меня броня. Кнопку нажимаю. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Охуеть, интересно. Передаю координаты точки. Передаю координаты точки. Это что такое было? Я... А, ты думал, короче, ты супергерой думал ты, да? А, да, можешь поднять меня? А что, тебя не поднимают разве? Ну вот, только начали. Спасибо. Вартнер. На вас охотится команда противника, не расслабляйтесь. Наверное. Первый патруль. Вот они где! Контакт! Где он был? Вот здесь вот сидел, спрятался, блядь, вот так вот, нахуй. Уебок ебаный. Он один был или... Да, вы его сразу били? Датчик один, да. Бля, пацаны, датчик. Пошел. Не вижу даже откуда, блядь. У меня люди здесь. Чужой. Много людей у меня. Внимание, помощь, союзник да. Выполняет авиаудар. Убил. На мне. И твой тут. Нет патронов, 29. Ваш патронов. Союзник в ГУЛАГе. Если он выживет, сможет вернуться в бой. Угу. Уебище, ВХ-шна, блять. Позицию. Их убили. Я под обстрелом. Да еще датчик вытаскивает. Сам уебок на ВХ гоняет. Ты датчик вытаскивает. Зачем там быть? Вид, что, блядь, просто показывает. Слушай как следует. Если ты победишь, да, здесь, ты вернешься на поле боя. Но если проиграешь, время заслужить свою свободу, боец. Да нихуя себе, убил, блядь. Вообще, блядь. Круассавчик, блядь. Так, куда прыгаем, Серег? А я не знаю, давай ставь ты. Вот, чё я спрашиваю, я ошибка бы не знаю. Вертолет есть. Отмечаю вертолет. Давай, ваш сюда, союзник, блядь. Возвращается в бой, ждите. Корону найти надо. Да, сейчас твой. Буду пилот.
На корону лети, на корону, на корону лети. Вижу контракт, цель номер один. Над нами вражеский пополам. Блядь, что-нибудь хотя бы что-нибудь, суки. Дайте пидоры мне что-нибудь. Союзник получил разрешение Магнум, вернуться блядь. В бой. Над нами вражеский БПЛА. Ты взял корону-то? Да, да, взял. Союзная посылка с комплектом уже в пути. А меня возьмите, пожалуйста. Сейчас беру. Ну не-не-не, иди на комплект уже. Мне ж прибежал. Окей. Внимание, газ! Найдена новая безопасная зона. Блять, магнум какой, блять, с длинным стволом, блять. Как запустил МБПЛА. Как в лоб ёбнешь нахуй и сразу нагл. Есть патроны, есть. Коробка, точнее. Магажу, как магажу. Ну чё, все, полетели давай. Или, всех выкупили, что же? Да-да-да, всех выкупили. Папки, давайте купим. Пошли к магажу. Есть ящик с патронами, ребят. Над нами вражеский ППЛА. Я буду пилотом. Поеду здесь. А каким нахуй пилотом? Блять, улетели. Блять, почему какие-то конфузы со мной всегда, блять? Слезай с моего места. Слезай с моего места. Ну-ка вы нахуй, слезай с моего места. Магазу. Купите патроны, пожалуйста. Я подсказал, что вот патроны, ребят. РПГ, берегись! Что, откуда? Запускаю ракету! Блять, это свой. Газ перемещается. Подходи. Где они, не видели? Там пи-пи-пи-пи, пизда сейчас все называется. Одного убил. На крыше ящик был. Ага. Я патроны взяли. Так зон на нашей стороне. В соседнем здании. Ты мразь, как конченый просто. Ты обоссанный тварь. Наблюдаю противника. Видел его. Я у вас там магазин рядом. Может кто-нибудь выкупит? Сосок или кто-нибудь? Да-да-да-да-да-да-да. И вот вы сейчас, кстати, вот в ментовке, рядом с зданием сразу который, с него херачишь крышу. Блять, с одного выстрела. Вот с этого здания. Точка отмечена. Они уже рядом. Блять, вот это они нас прижали, сука. А где они? Кто-нибудь видит? Кого-нибудь хотя бы. Обозначаю точку скоро. Не могу тебя выкупить. Вижу их всех, вижу. Я под обстрелом. Видел их. Вот там вот. Вижу гранатомет. Забудь об этом. Я под обстрелом. Серега, живи. Угу. Не, внизу, внизу. Красавчик. Вы что, все сдохли? Над нами наш БПЛА. Нет. Начинает разведку. Вот он, да. Забудь об этом.
там тоже. Вот они где! Контакт! Стой, с того здания, херач. Ага. Серёг, я у тебя, всех тебе, меня я к тебе убили. Меня убили? Живи, 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 живи. Идите в указанный пункт. Просто живи. Он там стреляет, у него этот ебаный перк. Над нами наш БПЛА начинает разведку. Ух. Ну, у меня этот. Угу. Есть? Этого прибил. Меня ранили! Убил его. Ну, он может нас попозже выкупят. А нихуя все уже выкупили. Следуйте в новую безопасную зону. Давай ко мне, он утик поднимается. Поднялся, понял. Блять, сюда уже хуй пойдем, короче, я понял, да? Тут будет. Что, на зону давит? Так, есть второй спрыгнет, будет классно. Ок. Да ёбаный в рот, блядь. Не, у них, короче, хуеплёт 100%, сука, на читах. Приближается газ. Куда упасть, даже не знаю, блять. Сука. Ебать. Там нет никого, что ли? А здесь нет никого? Нет, никого нет, нет, никого нет. Снизу есть. На крыше сидит пидор. Выкупил. Вон он. Движение. Да как нету? Ёбаный в рот, блядь. Откуда? С вышкем, блядь. Урод конченый, петух сидит там на шоссе, блядь. С двух ста со всех сторон. Ну это душа, реально в школе, блядь, сука, бежать каждый день, наверное, блядь, в туалете, блядь, башкой в унитаз макают. Вот обиженный петух сидит там на этом шесте, блядь. Сзади, сзади, сзади. Нахуй. Нет патронов, братик. Я под обстрелом. Я под обстрелом. Скоро встал. Нормально. Нет брони, чтобы заходить. Идем. Что где-то есть? Есть, убили. Тут у меня броня.
Так. Идите прошли в указанный метр. Пункт. Пеший патруль. Бабки есть, выкупить. Вон только выкупать этого. Пункт маршрута. Азиза. Мне не надо. Я подожду. Сдох, тварь. Кто умер? Был за стенкой тут. Пеший патруль. Патроны есть? Да, на. А, хуй. Средний. Кого-то убить. Вся группа в безопасной зоне. Ящики. Я есть они. Чем это? Указываю пункт маршрута. Здесь средний калибр. Идем в магаз выкупим, пацанов. У тебя бабки есть, и у меня бабки есть. Че вы сидят в здании? Давай, давай. Аккуратненько выбеги, выкупи. И мне дай 2000. О! Бля, чё так далеко, блядь? Тут только сам не умри. Последний транспорт помните. Заправляется топливом. Хотя я не к вам. Нет, на комплект летит. Ладно, только я один плечу, блядь. Меня там ёбнуть может. Разберитесь с этой посылкой. Всё, меня ебашит уже, всё. Стойте, пацаны. Я иду к вам. Здесь средний калибр. Понимаешь, тут ни оружия нет, ни патрон. Совсем. Парни, вот глядите, я, короче, я быстро метку ставлю, примерно откуда бьет. Точка. Из туннеля, снайпер, где поезд въезжает. Ага. Я, конечно, попробую с калаша прицел его маленько подразнить. Давайте под мостом спрячемся. Отмечаю пункт маршрута. Движение. Синька. Блять, мне надо взять такой комплект, там немного патронов, пацаны. Я ранен, ранен! Вы убили этого гада? Отмечаю координаты точки. Осталось 25. Примите координаты. Вон никому уже не надо, блядь. Вон лежит, бежит. Все. Атакую цель. Я приближаюсь. Бля, убили меня нахуй, короче. Я ебал в рот.
Откуда? Вон оттуда. Не вижу откуда. Точка отмечена. Но я убил, наверное. Кто поднимет? Иди ко мне ползи. Да, убил его. Да-да-да, ко мне, коню. Ладно. Я говорю. Вот это настучал. Да, одец. Где-то вон он. Броню сломал. За контейнером этим. Так, мы в очень хуёвой зоне. Найс. Откуда? Всем внимание, обозначаю точку сбора. Рассвобождающий! Так держать! Наглухо. Убили одного? Не, есть. Там был чувак. Не, за контейнером он уже убран. Не, здесь был он. Вот. Где-то вот здесь был. Походу ушел. Сорок метров, два. Вон они, поднялся на нос. Окей. Вот тут. Да. Давайте. Так, я начну все. А, все? Ну тогда я пока-то ухожу. Да. Всем спасибо за игру пока. Давайте. Всем спасибо за игру. Да. Спокойной ночи. Да, все. И вам тоже. Итак, всем спасибо за просмотры. За лайки. Подписывайтесь на канал. Жмякайте колокол, чтобы не пропускать дальнейшие стримы. Вот ведь каждый лайк и коммент, подписка — весомый вклад в развитие этого канала. Всем спасибо, всем пока.